150 детей приняли участие в праздничной новогодней елке «Кошкельдин жана жыл» от имени акима Павлодарской области. Детям в возрасте от 9 до 13 лет подарили настоящую новогоднюю сказку. Подробнее в материале Валентины Леоновой. Новогодние праздники – это особенное время для детей, наполненное волшебством и радостью. В этом году 150 детей получили приглашение на яркое праздничное представление от имени акима области. Это воспитанники детских домов, дети с особыми потребностями из малообеспеченных и многодетных семей, а также одаренные мальчики и девочки со всей области. Глава региона поздравил ребят с наступающим Новым годом. Президент нашей страны, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, возлагает большие надежды на будущее поколение казахстанцев. Мы гордимся вами. Оставайтесь всегда такими же яркими, веселыми, позитивными и умными. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семье, исполнения всех желаний. Всем детям, принимавшим участие в новогоднем празднестве от имени акима области, вручены сладкие подарки – мягкие игрушки и сертификаты на 130 тысяч тенге. Мягкая игрушка. Сладкий набор конфет. Және де 130 мың тенгелік сертификат. И денежный сертификат на сумму 130 тысяч тенге. Торжественная часть сменилась яркими хореографическими и театральными постановками. Дети смогли окунуться в новогоднюю сказку и прочувствовать дух праздника. В этом им помогли различные сказочные персонажи. Ну и, конечно, главный герой праздника – Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Для ребят создали теплую праздничную атмосферу, наполненную радостью и весельем. Не обошлось без новогоднего хоровода и исполнения всеми любимой песни. В рамках праздничной шоу-программы герои сказок и мультфильмов устроили яркое театрализованное представление с играми, конкурсами и зажигательными танцами. Юный участник новогодней елки из Аксу Диас Булантаев с нетерпением ждал этого праздника. Мечтает получить в подарок квадроцикл и специально подготовил стихотворение. Праздник мы встречаем, елку наряжаем, вешаем игрушки, шарики, хлопушки. А вот школьница из Экибастуза Люба Березюк не могла скрыть свои эмоции. Пожелала всем казахстанским детям хоть раз побывать на таком ярком мероприятии, которое запомнится на всю жизнь. Очень рада попасть на эту замечательную елку. Желаю, чтобы каждый казахстанский ребенок попал на эту елку. Спасибо, что вы меня взяли. Подарки класс! К слову, за день до празднества маленькие гости областной елки стали участниками экскурсии по городу Павлодару. Посетили кинотеатр и сделали фото на память у главной елки области на Центральной площади. Все эти события станут настоящим праздником для маленьких сердец. Валентина Леонова, Евгений Олейник, Иртыс Акпарат.